Добрый день, с вами канал Секрет Мастера. Не буду вас утомлять длительным показом, как надо разбирать винчестер. Вот он здесь есть в разобранном виде. Все удалено, кроме линейного двигателя, который осуществляет позиционирование головок на диске. Подадим звуковой сигнал на катушку. Слышен слабый звук, исходящий из катушки. Его можно усилить. На головке есть отверстие, которое можно подцепить. Вот, например, такой стаканчик. Работает, да? Можно подключить и другой стаканчик. Вот здесь посолиднее, от попкорна. Можно подключить стаканчик из-под бигланча. Ну вот самый чистый звук, наверное, получается от бигланча. Ну и в конце показа предлагаю включить вот такую консервную банку. Звук немножко баночный, но это самый громкий звук получается. Схема подключения всех устройств простая. Проволока медная, которая закреплена на донышке, и крючок, который входит в зацепление с коромыслом двигателя. Не забывайте подписываться на канал Секрет Мастера, смотрите другие ролики, и как всегда приглашаем вас посетить сайт secretmastera.ru.